Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Начнем наши выходные позитивно и спортивно. Дружным десантом отправляемся на спортивный праздник «День физкультурника». Готовы к труду и обороне? Отлично! С 11 часов в субботу на Чкаловском спуске будет работать площадка выполнения норм ГТО и зоны экстремальных видов спорта. Пройдут состязания по мини-футболу, скалолазанию, армспорту и легкоатлетическим забегам, а также мастер-классы и показательные выступления по айкидо, бадминтону, фитнес-аэробики, рукопашному бою и художественной гимнастике. Также не пропустите авиашоу. 13 августа, 11:00, вторая очередь набережной, район Чкаловского спуска, день физкультурника. Сладкоежки Самары и области встречаются в эти выходные в Ширяево. День вишневого пирога обещает быть вкусным и насыщенным. Гостям предлагают весьма обширную программу, ярмарки и гастрономические ряды, выступления народных коллективов и катание на лошадях, кулинарные конкурсы и дегустация самого большого в России вишневого пирога. На праздник в Ширяево жители Самары смогут добраться на теплоходах. В эти дни пустят дополнительные рейсы в оба направления. Желающие могут взять с собой палатки и растянуть вишневое удовольствие на 2 дня. Село Ширяево. Вход свободный. Вишневое настроение гарантировано. Фестиваль уличной культуры «Стрит Арт Фест» приглашает всех. В сквере на площади Куйбышева установят необычные сооружения для экстремальных видов спорта, которые потом распишут самарские уличные художники. Посмотреть на это и поучаствовать в творческом процессе может любой желающий. В программе показательные выступления школы танцев и федерации паркура, работа детских площадок, вкусная фуд-зона, концерты классической музыки, огненное шоу. Стрит Арт Фест. Сквер на площади Куйбышева, Красноармейская, Галактионовская. Начало работы площадок в субботу и воскресенье с 12 часов дня. В усадьбе Самарского литературного музея пройдет фестиваль «Маяковщина». Программа понравится как детям, так и взрослым. Организаторы предлагают погрузиться в атмосферу начала 20 века, в мир Владимира Маяковского. Неравнодушные к творчеству поэта оценят оригинальный подход организаторов к наполнению фестиваля. Детская площадка «Крошка, сын к отцу пришел», аудиопространство «Про это», где о любви поэта расскажет сама Лиля Брик, мастер-класс авангарды «Конь-огонь» и поэтический стендап. В субботу в 20:00 не пропустите показ фильма «Барышня и хулиган» с Маяковским в главной роли. Любители синематографа оценят репертуар кинотеатра под открытым небом «Филин». В субботу, 13 августа, смотрите американскую кинодраму «Шоу Трумана» с Джимом Керри, который за эту работу получил «Золотой глобус». В воскресенье «Римские каникулы» – очаровательная романтическая комедия с Одри Хепберн. Начало сеансов в 21:00. Вход свободный. Для удобства просмотра захватите подстилку и средства от комаров. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!